Изменения в правилах распоряжения и получения материнского капитала. Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утверждается новый порядок направления государственных субсидий на улучшение жилищных условий. Теперь, если семья собирается потратить деньги именно на эти цели, срок их поступления на счет сократится. По словам премьера, программа материнского капитала расширяется и пользуется огромным спросом среди российских семей. Эта программа внесла немалый вклад в улучшение демографической ситуации. Я напомню, что мы приняли решение ее продления еще на 2 года до 31 декабря 2018 года. Ну и будем думать, как дальше смотреть вперед по этому направлению. Я подписал постановление, которое приводит правила направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, там сокращается с месяца до 10 рабочих дней срок перечисления средств материнского капитала с момента принятия положительного решения по заявлению родителя. То есть ждать придется меньше.